Всем привет, с вами магазин «Горные вершины», я Андрей. И сегодня на улице идет дождь, а значит самое время поговорить о таком необходимом велосипедном аксессуаре, как крылья. Поскольку наш магазин находится в городе Санкт-Петербург, который, как известно, славится своей плохой погодой, это может быть дождь, это может быть грязь, слякоть зимой и прочие погодные явления. И для того, чтобы защитить себя, свою одежду и свой велосипед от вышеперечисленных погодных явлений, существует такая полезная вещь, как велосипедные крылья. На некоторых велосипедах они уже установлены с завода, однако на большинстве современных великов их в комплектации нет, и это отдельная опция, которая покупается отдельно. И вы можете выбрать те крылья, которые вам нравятся, ну и которые, конечно же, вам подходят. Все велосипедные крылья можно разделить на два больших типа. Это быстросъемные крылья и полноразмерные крылья. Чем же они будут отличаться друг от друга? Полноразмерные крылья закрывают большую часть колеса, располагаются ближе к нему, и хорошо защищают от воды и грязи. Однако у полноразмерных крыльев есть ряд недостатков. Их можно установить не на каждую модель велосипеда. Например, на двухподвес такие крылья не установить в принципе. Также такие крылья довольно сложно устанавливать и снимать с велосипеда. Ну и поскольку полноразмерные крылья располагаются достаточно близко к протектору колеса, при катании вне дорог туда может забиться грязь и препятствовать свободному вращению колеса. Оптимальным вариантом для горного велосипеда будут так называемые быстросъемные крылья. Как понятно из названия, их легко установить и также легко снять при необходимости. Поскольку такие крылья при установке находятся на достаточном расстоянии от протектора шины, то риск забивания грязи между крыльцом и крылом отсутствует. Также к плюсам таких крыльев можно отнести то, что хорошие нормальные быстросъемные крылья сделаны из эластичного пластика, который практически невозможно сломать. Основным минусом быстросъемных крыльев будет то, что они защищают несколько хуже, чем крылья полноразмерные, за счет того, что они закрывают меньшую часть колеса. Помимо велосипедных крыльев существует еще такая вещь, как щитки для защиты от грязи. Их используют в том случае, если вследствие конструктивных особенностей вашего велосипеда туда никакие крылья нельзя установить в принципе, либо если вам просто не нравится, как выглядит ваш велосипед с крыльями. Такие щитки, конечно, защищают хуже, чем любое крыло, но это лучше, чем ничего. По крайней мере, вам в лицо и на поясницу грязь лететь не будет. Что нужно знать при выборе велосипедных крыльев? Прежде всего, вам нужно знать, какой диаметр колес на вашем велосипеде и какая их ширина. Практически на всех крыльях указываются те размеры колеса, на которые они подходят. Второе, на что следует обратить внимание при выборе полноразмерных крыльев, это наличие крепежных отверстий на раме вашего велосипеда. На раме и вилке велосипеда должны быть специальные крепежные отверстия, куда прикручиваются направляющие крылья. Если таковых отверстий нет, то, к сожалению, полноразмерные крылья установить не получится. Без колхоза. Ну и полноразмерные крылья, как правило, продаются комплектом, перед и зад. В отличие от быстросъемных, где как раз-таки наоборот, чаще всего они продаются по отдельности. При выборе быстросъемных крыльев точно так же нужно прежде всего обратить внимание на диаметр и ширину вашего колеса. Ну и такие крылья подойдут практически к любому горному велосипеду. Заднее быстросъемное крыло, как правило, крепится на подседельный штырь посредством зажима, а переднее быстросъемное крыло в подавляющем большинстве случаев крепится в отверстие штока вилки посредством якоря, который идет в комплекте ко всем крыльям. Быстросъемные крылья существуют не только для горных велосипедов, их также делают для шоссейных и дорожных великов. Они поуже, но принцип крепления у них примерно такой же. Если вы являетесь счастливым обладателем шоссейного велосипеда, то наверняка знаете, что крепежных отверстий там практически никаких нет. И для этого придуманы специальные крылья для шоссейников. Такие крылья крепятся с помощью таких специальных резиновых стяжечек, в комплекте идут, ну и, в общем-то, неплохо защищают от воды и грязи. Еще из интересных особенностей хотелось бы отметить то, что на некоторых моделях крыльев существуют даже встроенные габаритные огни, которые вот даже горят. На самом деле выбор велосипедных крыльев довольно большой, и вы можете здесь уже разгуляться. Вы можете подобрать себе крылья, которые вам нравятся по дизайну, по цвету, по функционалу, с фонариком, без фонарика, с катафотом, без катафота. С полным ассортиментом крыльев вы можете познакомиться на нашем сайте. И при необходимости мы вам, конечно же, поможем подобрать крылья именно под ваш велосипед. Вообще лучше, конечно, по фотографии велосипеда выбирать крылья. Ну или по наличию велосипеда. Можно, кстати, в чат фотку скинуть или на WhatsApp. Ну и если у вас остались какие-то вопросы, вы, как всегда, можете обратиться к нам в магазин, написать ваши вопросы в комментариях. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. С вами был я, Андрей, магазин «Горные вершины». Всем пока! Когда оно прям с песком вот это вот все, и тебе летит прям вот ты едешь, и тебе прям вот, и потом приезжаешь весь такой... Вот это вот все.